Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. В эфире программа «Политинформания», радиостанция «Народная волна Чикаго», самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с пресс-секретарем лидера демократической Белоруссии Светланы Тихановской Анной Красулиной. Анна, добрый вечер. Добрый день. Спасибо за день. У нас действительно день, а у вас вечер. И мы очень благодарны вам, что вы согласились с нами побеседовать, потому что те события, которые происходят в Белоруссии, для нас очень печальны. Важно знать, что там происходит, потому что в Чикаго, а именно в штате Иллинойс, очень большая выходцы из Беларуси. Поэтому у нас есть родственники, друзья, которые там живут, и нам бы очень хотелось узнать, что же все-таки происходит в этом замечательном государстве. Анна, вот у Светланы Алексеевич есть замечательная книга. Тяжелая, но замечательная книга «У войны не женское лицо». В прошлом году весь мир узнал, что у белорусского протеста женское лицо, открытое, красивое, мужественное. Я имею в виду сейчас не только Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкал, я имею в виду и тех девочек, женщин, девушек, которые наравне с мужчинами вышли в эти протесты. Вместе с тем, одно мужское лицо, и это окружение выявило такой, знаете, как бы сказать, звериный оскал. Этакий, знаете, Чикатило от политики, что довольно печально. И вот у меня вопрос. Почему женщины, именно женщины, стали такими основным лицом этого протеста? Движущей силой этого протеста. Ну, смотрите, сначала началось с того, что Лукашенко именно Светлану Тихановскую совершенно не взял в расчет. Они облажались, они не поняли, с кем имеют дело. Более того, они не дали себе труда поинтересоваться, кто она такая и чем она была занята. Они просто вычеркнули сразу, понимаете, вот до такой степени сексизм в головах, что они не поняли, что женщина может оказаться совсем не тем, кем кажется, вот когда ты читаешь ее имя и фамилию. А она оказалась. И они несколько раз совершили очень крупную ошибку. Сначала они не зарегистрировали Тихановского по доверенности. Сергея, да. Причем попытались оскорбить. То есть, представляете, Центральная избирательная комиссия ведет себя, ну, не то что непрофессионально, а, ну, неприлично, когда говорит: «Ой, по доверенности, но ты еще замуж по доверенности выйдет». То есть абсолютно какие-то такие вот вещи. Вот. И поэтому Светлана на следующий день появилась уже со своими документами. То есть вот этот вот вызов человеку, да, который просто, ну, вот такой, да, не как бы сказать, неинтеллигентный. Вот такой вызов, он в результате рождает противодействие. После этого они, да, они зарегистрировали все подписи Светланы. Вот. И единственную ее, Светлану, из сильных кандидатов, ну, если не считать их спойлеров, они единственную из трех сильных кандидатов, это вот Тихановская, Бабарыка и Цепкала, они именно ее зарегистрировали, создав таким образом единого кандидата против Лукашенко. Своими руками они это сделали. Своими руками. Опять же, почему? Потому что они не поняли, что, во-первых, мы способны объединиться, и, во-вторых, Светлана станет тем знаменем достойным, которое вот будет символом. Ну и третье, когда они ее выперли из страны, они же тоже, они очень сильно ошиблись. Они были уверены, что это все закончилось, что Светлана не встанет больше во главе движения, а она смогла. То есть абсолютное такое, вот именно поэтому женщины сыграли эту такую роль, да, потому что
власти режим был не готов. И в этот раз белорусский народ поступил гораздо более креативно, скажем так. Не готов к женщинам? Окей, держи. То есть бьешь ты мужчин смертным боем, да, вышли женщины. Вот вышли женщины, хорошо, ну то есть, ну для полноты картинки. И мы получили, ведь действительно, кстати, вы такой хороший образ, очень точный подобрали, Чикатило, мне понравился. Потому что, а ведь точно, ведь этот вот, он тоже, это абсолютно людоедская сущность, абсолютно людоедские такие проявления по отношению к огромному количеству людей, а при этом где-то дома. Где-то там с внучками, с вот этим вот младшим сынулькой, так может и ничего. Вот представляете, да, вот эта вот раздвоенность людей. Нам всегда интересно, вот те ОМОНовцы, которые пытали людей, там, которые запытали Витальда Ашурга до смерти, да, вот они потом приходят домой, и что? Вот они сажают ребенка на колени и читают ему сказку. Вот очень интересно. Мы это видели уже 80-70 лет назад в другой стране. Хотел бы сказать нашим радиослушателям, предварив мой следующий вопрос, что мы не называем Александра Лукашенко президентом в соответствии с тем, что американское государство не признает его даже лидером страны и в этой должности. И наше радио также, это наша личная позиция, не будет называть этого человека в качестве президента. Он будет проходить только, обвиняемый будет проходить по фамилии, имя, отчеству и фамилии. А такой вопрос, Анна. Почему все-таки не получилось? Почему не дожали? И какая сейчас ведется работа над ошибками? Ну, во-первых, белорусский протест продолжается. Вот это мы хотим очень четко сказать. Белорусы не смирились и не готовы вернуться назад, перевернуть страницу истории и начать как бы с чистого листа. Белорусы знают, что Лукашенко проиграл, что мы победили, и нас большинство. Белорусы знают, что это знает и Лукашенко. Он прекрасно знает, что он проиграл. И это знает весь мир. И за этот год вот нам удалось добиться того, что Лукашенко потерял легитимность не только в стране, реально. Его не признают президентом, ему отказываются подчиняться и сопротивляется огромное большинство белорусов. И в мире мы видим, что весь мир объединился и, скажем так, сплотился и поддерживает белорусский народ. И встречается именно с представителем белорусского народа Светланой Тихановской для того, чтобы обуздать вот эту чикатиловскую такую сущность, да, этого человека, который, у которого вот не хватило ни ума, ни достоинства, чтобы уйти вовремя. Правда, вовремя это было достаточно давно, но, по крайней мере, до такого позора он хотя бы не дожил, да. А в этот раз, ну, все, вот он, да. И он президентом не является, поэтому, естественно, так его называть никто не может. То есть это только лизоблюды или те, кто хочет получить от него какие-то преференции, бонусы. Но это есть всегда такая категория людей, к сожалению. Но есть они процентов 13-15 и в Беларуси. Анна, а Светлана Георгиевна Тихановская встречается с очень большим количеством политиков на Западе разного уровня, то есть и с президентами, и премьер-министрами, и парламентскими лидерами. Я, кстати, делаю специально, как говорится, акцент на имени-отчестве. Как вы считаете, какие политики из тех, с кем она встречалась, ну, выражаясь таким современным языком, в теме? То есть политики, которые формально могут встречаться. Вот надо встретиться. А есть те, кто хотят именно дойти до сути, понять, что же происходит. И, естественно, понимая это, помочь. Реально помочь, да. Вот я вам скажу, что за год, который прошел после протестов, весь мир проникся
и понял всю масштабность происходящего. Если в начале, когда только Светлана появилась на мировом небосклоне, какое-то количество политиков, да, они приезжали дежурно выразить, ну, такое, как вам сказать, даже не поддержку, ну, поддержку такую условно, да, не вникая, то за этот год, после того, как произошел инцидент с Ryanair, сейчас с мигрантским кризисом, то есть все время становится все более и более понятно, что это дело не только белорусского народа. Если раньше это было только проблемой белорусского народа, то сейчас режим является реально опасным и дестабилизирующим обстоятельством не только региона, не только Европы, но практически всего мира. И кто из нас теперь может ручаться за то, что он не создаст еще какой-нибудь кризис и не предпримет еще какие-то действия? Причем, ну вы же видели, как с мигрантами произошло. Достаточно страшно. Он людьми таранил границу и пытался живыми людьми пробить просто вот этот щит, толкая их на вооруженных пограничников. И пограничники были в очень дурацкой ситуации, потому что они должны защищать границу, но при этом ни в коем случае, как они могут навредить реально мирным женщинам и детям. Это же не лукашенковский режим. Они же не могут женщин там стрелять, бить и то, что делал Лукашенко. Так что, конечно, но сейчас уже, я вам скажу, сейчас уже нет тех, кто бы не понимал, что вот в данной ситуации этот кризис должен быть решен. И решен чем быстрее, тем лучше. Если первоначально была какая-то, у кого бы то ни была надежда, что это может как-то вернуться назад, снова за переговорами, за торговлей, вы столько человек выпустите, а мы, может быть, сколько-то санкций отменим, то сейчас стало понятно, что с этим человеком невозможны никакие договоренности. Понимаете, этот человек просто должен уйти. Это действительно как 70 лет назад. Если мы будем потакать таким вот вещам, когда вот такие, ну, совершенно антигуманистические вещи творятся, когда просто, ну, я даже, не будем мы много про него говорить, но вот понятно, что этот кризис надо решать. А кризис происходит вот ровно от того, что человек выборы проиграл, но не ушел. И народ не готов подчиниться. И когда народ не готов подчиниться, что он делает? Он силком вот теми военными, которых он оплачивает, то есть он вот этими штыками просто удерживает ситуацию. То есть он сидит на штыках. Все. И страна так жить не может, потому что люди не работают, люди сопротивляются, люди не платят налоги, люди постоянно противодействуют. И страна в этой ситуации, вот нет легитимности, да, когда нет легитимности, это крайне дорого стоит, чтобы продолжать управлять страной. Вот управление страной не получается. В кресле он сидит, но управлять не получается. Уже нет планов развития страны на будущее, уже во всех министерствах как бы просто заморожена вот эта вот работа на будущее, будущего нет. Есть только желание усидеть, желание удержать. А это стоит все дороже и дороже с каждым днем. И вот тут, да, наша задача сделать максимально дорогим обслуживание вот этого кресла. То есть, чтобы сидеть ему было все дороже. Чтобы там действительно там уже не укомплектованы силовые структуры, потому что народ там дослуживает до выслуги лет и уходит на пенсию. То есть просто уйти в никуда там сложно, потому что там остаешься без пенсии, без довольства, ну, в общем, там тяжело. Но когда они дослуживают до 20 лет, они все уходят. Раньше оставались. Сейчас уходят, новичков столько набрать не могут, а тех, кого набирают, они некомпетентны, непрофессиональны. В основном уходят профессионалы из всех областей. Поэтому там на самом деле сейчас как бы количество ресурсов на той стороне с каждым днем уменьшается. Вот наша задача делать так, чтобы там уменьшалось количество ресурсов, а у нас количество ресурсов росло на нашей стороне. То есть тех людей, которые объединяются. И действительно работают инициативы, они нарастают в Беларуси. Это объединение «Рабочее движение», «Рабочий рух», которое готовит забастовку. То есть это люди, которые объединяются, организовываются, создают именно структуру понимания,
каким образом забастовка будет именно функционировать, когда она начнется. То есть даты пока нет, но она открытая. И то же самое план Перамога, это план победы, это такой сценарий развития на момент Че. То есть когда произойдет некий триггер, когда люди смогут выйти, когда люди будут... Ну вот выйдут, потому что так продолжаться не может, и это произойдет рано или поздно. И тогда каждый, кто записался в план Перамога, он такой получит по интернету сообщение, в какой точке он должен находиться и что от него ожидается в процессе. То есть это фиксация каждого, как, знаете, как военные, которые открывают сейф и достают, да, в старые времена, они достают конверт, как бы открыть в 21.00, да? Вот да. Примерно так. И это означает, что в данном случае у белорусского протеста будет конкретное руководство, которого действительно не было в августе вот такого руководства, но и не могло быть. Смотрите, во-первых, как таковой организации не было. Не было даже единого лидера, и это было понятно, потому что единый лидер уничтожается очень легко. И структура, если она видимая, она легко уничтожается. Если она невидимая, как бы, ну, ее и не видно. То есть это сложно. Поэтому вели тогда телеграм-каналы. Люди доверяли телеграм-каналам и шли по тем маршрутам, которые телеграм-каналы предлагали. Вот, но, видите, в конечном итоге, скажем так, не знаю, может быть, можно сказать, что не было стратегов, но я вам скажу и по-другому. Дело в том, что, как вам сказать, никто не знает, как бы развивались события, будь оно по-другому. Дело в том, что если бы в августе за спиной Лукашенко не стоял Путин, не оказал ему тогда поддержки, Лукашенко давно бы покинул страну, потому что у него шансов не было никаких. Но где-то 20-го примерно, 19-го или 20-го августа пропагандисты, представляете, взбунтовались, прорежимные пропагандисты на белорусском ТВ, и они сказали, что они не будут больше врать, они знают, что произошло, и они не желают нести пропаганду, и они уходят в забастовку. Что произошло? На следующий день прилетел самолет с российскими журналистами, которые сели за пульты в телецентре. Вот и все. То есть поэтому такого было много. Были и деньги, были и, по нашим сведениям, и другая помощь, но это уже будут заниматься суды, потому что все эти доказательства собираются. Вот, и поэтому я вам скажу, а кто его знает, как развивались бы события? Сейчас, кстати, такое классное подразделение работает, киберпартизаны, которые постоянно достают информацию, казалось бы, секретную, ту, которая считается секретной и очень такой чувствительной, очень для режима. И вот эта информация, она есть, она накапливается, она готовые доказательства преступлений режима о том, как переговаривались, как избивать, как сажать, ни за что. Вот эти все разговоры есть, то есть уже есть, и они уже зафиксированы. Кто разговаривает, голоса определены. Поэтому и там есть, в частности, среди этих переговоров и то, что скорее всего, если бы протестующие попытались взять здание, либо пошли на Окрестина, это СИЗО, чтобы, значит, отбить своих, скорее всего, во-первых, был бы открыт огонь из такого поражающего оружия массового поражения, во-первых, и, во-вторых, совершенно неизвестно, как в этой ситуации повел бы себя союзник, повели бы себя союзники Лукашенко, скажем так. Анна, вот понятно, что режим Лукашенко держится на штыках. Вопрос, давайте более предметно. Сколько стоит вот эта поддержка? Ну, например, за что, почему против людей мирных выходят вот эти вот в балаклавах, скажем так, люди? Ведь их оплачиваются, их работа оплачивается. Они же понимают, что у них есть семьи. Беларусь — страна маленькая. Компактная. Компактная, деваться некуда. Все равно за все надо будет отвечать. Но вот они пошли на это, значит, есть какие-то условия,
которые заставили их это делать. И второй вопрос тоже в эту же тему. А вот элита белорусская, почему она держится все-таки за Лукашенко и, скажем так, небольшой, может быть, я вижу раскол внутри белорусской элиты? Записала про элиту, интересно. Значит, первое, почему... Ну, элита — это в скобках. Давайте мы обозначим это в кавычках, да, чтобы это было правильно. Вот вы сами ответили. Правильно, я понял вашу. Значит, что касается силовых структур. Там было очень хитро. Значит, во-первых, во главе многих силовых подразделений стоят российские военные. В армии, в некоторых, там надо смотреть, но он их тасует, но там большое количество российских военных. Это раз. Второе. Значит, так было хитро устроено. Например, военнослужащим, вот ОМОНовцам тем же, им выдавались деньги подъемные, когда они только приходили на службу. Приходит молодой офицер, ему выдаются подъемные там в количестве, не знаю, 20 или 50, не помню сколько, 50 месячных, значит, окладов. И, естественно, человек их тратит, ну, потому что молодые люди, потому что там жена, дети, потому что надо снимать квартиру или покупать, или что-то. И все эти деньги, естественно, уходят. А потом написано, что если ты уходишь до расторжения контракта, то есть по своей инициативе, то ты обязан вернуть эти деньги. Ну вот, например... А этих денег нет, потому что реально, специально, я не скажу, что им много платили, им платили, знаете, ровно так, чтобы они вот, как вам сказать, с голоду не дохли, на сторону не засматривались, но при этом, чтобы скопить, ничего не могли. Это вот, знаете, когда людей специально держат на таких условиях, когда у них, ну, не сильно ты уйдешь, если у тебя жена, дети, и для того, чтобы бросить работу, оказаться безработным, это сложно. Реально, это сложно. Но если люди в более таких профессий, значит, мирных, да, цивильных, они могут это себе позволить, вот реально, да, эти принципы, то для военных вообще все сложно. Они и думать не очень привыкли, а их еще накачали перед этим. Вот опять же, была такая практика, когда в ОМОН набирали людей совершенно, ну, скажем так, с определенным IQ, не выше определенного уровня. Специально. То есть есть такая практика. По отношению к ним применялась постоянно такая психологическая обработка до того, как и в процессе. И постоянно идет пропаганда. То есть, во-первых, людей оболванивают. Они из этих казарм очень редко могут выходить. То есть у них не всегда есть адекватная информация и доступ к информации. Зато у них есть постоянная вот эта накачка. Это сложно. То есть действительно есть те, кто, ну, попадает под влияние. На самом деле, при постоянном воздействии, а это все замеряется специально в этих войсках и отслеживается. То есть там профессионалы с этим работают. Поэтому это не так, ну, не так просто. Это, кстати, да, надо изучать, потому что нужно понимать, как, с кем имеешь дело, когда вот в диктаторских режимах как бы работаешь. Вот это тоже надо, да. Вот, поэтому, но все равно, я вам говорю, да, выслуги дослуживают и уходят, а на их место набирают из самых дальних, самых голодных деревень, где нет работы. И туда набирают молодежь. Очень, ну, желательно, опять же, с определенным IQ. Вот, и в этом случае они как бы не выбирают, знаете, когда, ну, как бы, в определенных слоях есть ситуация, когда люди еще не выбирают работу для там, не знаю, Анна, я хотел бы, Анна, я хотел бы вас прервать, извините, пожалуйста, нам надо уйти на рекламную паузу, оставайтесь с нами, и мы ровно после паузы продолжим этот разговор. Хорошо? Хорошо, и про элиты поговорим. Да, конечно. В эфире программа «Политинформания», радиостанция «Народная волна Чикаго». Ее ведущий Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Мы продолжаем беседу с пресс-секретарем лидера Демократической Беларуси Светланы Тихановской Анной Красулиной. Анна, вы с нами? Да. Да, Анна, значит, мы продолжаем разговор о так называемой белорусской элите и существует внутри нее ли раскол, и почему они все-таки так держатся за, ну, я не знаю,
ну вот за Лукашенко просто назовем. Смотрите, там, не знаю, как насчет раскола, но там точно нет сплоченности. Элита это можно называть очень условно, потому что очень долго она отбиралась по принципу отрицательного отбора. Лукашенко не выносит людей, которые умнее его. Ну, можете себе представить уровень этой элиты. И, кроме того, она отбирается по принципу, что на каждого, кто занимает относительно заметный пост, есть обязательно подготовленное уголовное дело, которое лежит в сейфе и которое будет пущено в ход, если человек проявит хоть какую-то нелояльность, не то что неуправляемость. Ну и, кроме того, с начала протестов, и вообще всегда он старался это делать, этот человек, Чикатило старается всех повязать кровью. То есть Эйсмонт, которая, помните, поехала, его пресс-секретарь, которая поехала во дворы срезать ленточки, и кончилось тем, что они забили человека насмерть. Вот после таких случаев у этой элиты, в общем-то, не очень много выходов. Они действительно понимают, что им придется идти под суд. Конечно, им кажется, как вот и представителям силовых структур, что они смогут потом по окончании, немножко подсобравши денег, выдаив их из слабеющего Лукашенко, который боится остаться один, поэтому из него можно выдаивать деньги под эту ситуацию. И после этого им кажется, что они смогут отсидеться в какой-нибудь России. Но на самом деле мы с вами уже знаем, технологии нынче таковы, что отсидеться не удастся. Если недавно нацистскую преступницу там 70-летней давности, и она все-таки пошла под суд, то нужно понимать, что, в общем-то, этим преступникам, и чем дольше они остаются со своим вот этим вот синеющим патроном, тем, в общем, хуже будет ситуация. На самом деле мы многократно говорили о том, что, ну, во-первых, нам придется жить в одной стране. Это означает, что не все, кто был в силовых структурах, либо был, работал в министерствах, тем более, не все будут автоматически отданы под суд. Под суд пойдут те, кто совершил преступление, насилие против людей, серьезные, значимые, и которые невозможно простить. Вот по отношению к ним, да, люди будут отвечать за свои поступки, но, опять же, перед справедливым, честным судом. Кстати говоря, опять же, в какой ситуации это работает? Это работает вот такая система коррумпированная в отсутствии медиа и в отсутствии справедливых судов. Вот именно поэтому, да, диктатуры первое, что они уничтожают и подчиняют себе, это судей. У нас судья, например, живет в ведомственной квартире, а если вдруг он уходит с работы, то его выселяют с детьми на улицу. То есть, вот, ну, например, такой простенький вариант. И тоже небольшая зарплата для того, чтобы далеко не убежал. Вот. Значит, ну вот как-то так это примерно выглядит. Медиа все уничтожены, сейчас разгромлены, больше 30 журналистов находится за решеткой. Это просто катастрофа. Вот. Но при этом, при всем, они не понимают, что на самом деле ведь они тоже оказываются в итоге не защищены. Вот если что-то этому вот человеку взбредет в голову, он может и их уничтожить одним щелчком, как это было с Чижом, с которым они были друзья, не разлей вода, вместе детей крестили, играли в хоккей, в баню ходили, а потом этот Чиж уже пару раз точно сидел в американке и вынужден был откупаться миллионными там, или не миллиардными, не знаю, суммами. То есть вот ситуация, да, то есть ты сначала, тебе кажется, что ты такой, поймал бога за бороду, ты такой царь, потому что ты можешь какие-то преференции получить, да, для тебя это не каждый же все-таки маньяк, да, но ты не стал бы, но ситуация такова, что уйти ты не можешь, и ты оказываешься повязанным. Вот тут, опять же, мы говорим о том, что на самом деле нужно понимать, что вот эта дорога в одну сторону, она как бы совершенно очевидно, что Лукашенко, улучшений не будет, возврата назад не будет, рано или поздно это закончится. И вот тут в интересах тех, кто хочет продолжить жизнь после ухода Лукашенко, в их интересах сделать так, чтобы это закончилось раньше. Чем раньше закончится, тем лучше будет результат. Это означает, вот раньше каким образом можно реально
и повлиять на эту ситуацию, и уменьшить свою ответственность на суде. То есть зачтется совершенно точно это сотрудничество с белорусским народом. И очень приветствуется это вот арест преступника и передача его справедливому суду. Вот в этом случае, я думаю, что будет рассмотрено очень серьезное, как очень серьезное смягчающее обстоятельство. Вот. Поэтому такой выход есть, мы об этом говорим. И мы, в общем, призываем не продолжать и не брать чужого себе на плечи и лишнего себе на плечи тех, кто находится в окружении. Не бояться, опять же, белорусский народ, ну, в любом случае, вместе жить и вместе как-то налаживать отношения. Поэтому нужно выходить и беседовать об этом, обсуждать, какие могут быть варианты условно, и работать, все-таки приближаться к тому, чтобы сесть за стол переговоров и решить, когда мы проводим честные выборы и как живем дальше. Анна, говоря о Светлане Тихановской, существует ли загадка этой замечательной женщины? Разгадана ли Западом эта загадка? Как мне кажется, загадка все-таки существует. И Светлана Тихановская вчера и сегодня – это один и тот же человек или это два разных человека? Интересный вопрос. Это загадка. Это я даже не, как вам сказать, кажется, уже и разгадал, а потом опа, снова как бы непонятно. То есть я уверена, что сюрпризы, знаете как, в лучшем смысле мы еще увидим в исполнении Светланы. То, что разный человек не разный, она, знаете как, вот все, чего она добилась, она сумела это сделать благодаря тому, что вот этот внутренний стержень внутри нее, он существовал всегда. Она сильный человек, она человек с принципами, она человек с определенными моральными устоями, которых она придерживается очень строго. Она очень строго их придерживается. И при этом у нее оказалось совершенно счастливое сочетание таких качеств. Она способна очень быстро учиться, и она готова это делать. И она очень трудоспособная и очень ответственная. Это человек, который понимает ту ответственность, которую взвалил себе на плечи. И человек, который не, как вам сказать, она не хочет этой власти. Это человек, для которого вот эта ответственность, она как бы больше значит, чем какие-то бонусы, которые она как бы приобретает, там, становясь, не знаю, первым лицом страны, например. Вот ей эти бонусы не нужны при той ответственности, которую она осознает. И это, конечно, супер такое. Вот я бы сказала, что на переходный период это оптимальный набор качеств для того, чтобы не получить снова кого-нибудь очень увлекающегося, знаете, вот такой блеском славы. Вот. Так что интересно. Анна, а скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Отношения белорусов к России после того всего, чего случилось. А почему я спрашиваю, все-таки в России во время белорусских протестов не было сильной и серьезной поддержки белорусского протеста. Вот какое сегодня отношение белорусов к России? Скажем так, мне кажется, что просто, может быть, россияне были не готовы и поэтому одновременно, скажем, не поддержали в тот момент, когда вот. Но то, что огромное количество людей симпатизировали и находятся вот скорее среди сторонников белорусского народа, мне кажется, что большинство россиян. Действительно, мы знаем по опросу ВЦИОМ, вот был проведен опрос о том, что
Да, значит, в ЦИОМ это, да, по-моему, они следили результаты. Или это по России был опрос, вот чтобы не соврать. О том, что на самом деле люди не видят больше Лукашенко лидером, и не просто не видят его лидером, но не видят никого из его окружения лидером. И действительно люди стали гораздо хуже относиться к любым перспективам дальнейшего сближения с Россией. И более того, если Путин раньше был на второй строчке, как после Лукашенко, нет, даже так, по-другому, а на первой строчке, как иностранный политик, он был, у него был самый высокий рейтинг, то теперь уже это была Меркель, это вот было пару месяцев назад. И это означает, что действительно идет очень серьезное снижение вот, как вам сказать, симпатии белорусского народа к российскому до такой степени, что сейчас, вот мы видели свежие результаты социологических опросов, как бы люди отвечают так: да, мы за экономическое сотрудничество с Россией, их больше, больше половины за экономическое сотрудничество с Россией. Но еще большее количество людей за экономическое сотрудничество с Европейским Союзом и с Соединенными Штатами Америки и с Китаем. То есть белорусы отвечают, что они за то, чтобы экономически сотрудничать со всеми, кто готов сотрудничать, и при этом белорусы совершенно точно не готовы поступиться суверенитетом и независимостью своей страны. То есть всегда вот этот момент, он, вот это тот, та грань, через которую белорусский народ не переступит. То есть да, сотрудничество, да, во взаимовыгодном ключе, в общих интересах, в белорусских интересах, но только до момента, когда встанет вопрос о каком бы то ни было ущербе суверенитету. Анна, одной из движущих сил прошлогодних протестов и вместе с тем, я думаю, и сегодняшнего такого, как говорится, самовара, который закипает, является белорусская молодежь. Насколько сегодня молодежь уезжает из Беларуси и насколько она готова к тому, чтобы вернуть протесты на улицы? Значит, совершенно точно, уехать все не уедут. Кто-то уезжает, но уезжают, как правило, уже из-под уголовных дел, из-под такого преследования, которое грозит большими сроками и потерей здоровья, иногда жизни. Остальные остаются. Совершенно понятно, что то, как сейчас обстоят дела в Беларуси, это продолжаться не может долго, потому что люди, ну, люди протестуют. Другое дело, что это пока не выливается на улицы. Когда это выльется на улицы, сказать невозможно, потому что работает огромное количество факторов. Но совершенно точно я вам говорю, что с каждым... То есть это произойдет... Как бы ситуация изменится тогда, когда Лукашенко вынужден будет уйти, либо кого-то из своих чиновников отправить за стол переговоров. Я думаю, что скорее уйти. И это произойдет тогда, когда у него не будет хватать ресурсов, чтобы удерживать власть. Ну вот, вот, этот, вот эти весы, да, на которых мы каждый день, вот, вот каждый день мы прибавляем и прибавляем на нашу чашу, и каждый день мы из его чаши ресурсов что-то забираем и перемещаем в свою. Поэтому вот мы с надеждой смотрим на американские санкции, мы смотрим с надеждой на то, что будут вторичные санкции предприняты в отношении тех, кто помогает обходить санкции, и тех, кто поддерживает Лукашенко. Это очень важно. То есть необходимо выступить просто единым фронтом для того, чтобы, ну, для того, чтобы просто это произошло быстрее. Быстрее. Вот. И в зависимости от того, как будут складываться эти факторы, вот раньше, чуть раньше или чуть позже, но это произойдет. Анна, как нам видится, есть одно как бы слабое место. Почему все-таки штаб Светланы Тихановской, может быть, вы, больше людей, занимающихся медиапространством, не отвечаете на на российскую пропаганду, на вот этот вот низкий уровень Бабаянов и Симонянов,
о том, что они говорят. Мы, например, слабо слышим голос вашего, скажем так, ну, как вы поняли, да, ваш голос мы просто слабо слышим в противовес вот этим вот Соловьевым, всем, да, Соловьевым и Киселевым. Почему так? Ну, я, как я уже говорила, дело в том, что режим понимает, что угрозу ему несет в первую очередь независимая пресса, поэтому именно независимая пресса и была разгромлена. Практически ничего не осталось на территории Беларуси сейчас действующего. Может быть, мало. Даже я так и вам не скажу навскидку, кто еще пока остается в стране. В основном пришлось большому количеству журналистов уехать и, по сути, с нуля начинать выстраивать свои пункты вещания. И поэтому, да, конечно, это сложно. То есть это не в своей стране, это при там, уничтоженной технике, при огромном количестве сидящих журналистов. Больше 30 журналистов находятся за решеткой, причем это часто женщины, это много, это редакторы, это люди старшего возраста. То есть ну, находится за решеткой, скажем, Ксения Луцкина, которая одна из первых вот, вышла на протест журналистов против журналисты БТ против пропаганды. У нее рак мозга, и она находится за решеткой. То есть, и вот в этих ситуациях, и ребенку 11 лет. И вот в этой ситуации, да, конечно, как мы можем противостоять той огромной машине, в которую вкладываются миллионы, миллиарды Путиным, и который пытается все это вещать. Вы же знаете, что его подразделения «Спутника» и «Russia Today», они просто по всему миру везде оплачены за вот эти вот нефтяные деньги, за прочие вещи. Но это тоже большой вопрос, почему, скажем, цивилизованный мир смотрит спокойно на пропагандистские издания, которые вот так вот вещают со всего мира. В принципе, этот вопрос, наверное, надо поднимать, да, об этике журналиста и уж точно не давать возможности пропагандистам работать в своих странах. Хотя, ну тут видите как, как вам сказать, Соловьевым мы же не будем вместе с Соловьевым кто кого перекричит, правда? Ну это же есть такой человек, и если кто-то считает, что то, что он рассказывает, что это журналистика и что ему можно верить, ну, я, честно говоря, не знаю, стоит ли нам пытаться такого человека переубеждать. Потому что, наверное, есть у них какой-то свой потребитель. Всегда есть люди, которые склонны предпочитают сильную руку, так называемую. Ну, это вопросы предпочтений. То есть это всегда 15-20% в каждом обществе — это люди, которым нравится такой стиль управления, не готовы в таком жить. Ну, окей. Вот. Просто чаще приглашайте наших представителей. Мы с большим удовольствием обязательно будем принимать участие, будем это рассказывать. Анна, а у нас остается буквально 3 минуты. И есть вопрос, который, я думаю, что он очень непростой, но, может, вы за эти 3 минуты сможете ответить на него. Мы из того поколения людей с братом, которые помнят Петра Мироновича Машерова. Интеллигентного, интересного человека, гордость Беларуси, потому что в Беларуси им все восхищались. И мы помним то горе, которое произошло в 1980 году, и как его провожали в последний путь. И вот в таком государстве, с таким замечательным народом, культурой, спортом, всем, что есть в Беларуси, появляется такой человек, как Лукашенко. Не очень симпатичный, не умеющий говорить, постоянно врущий. Как такое могло произойти в такой замечательной республике, в таком замечательном государстве? Вот это очень хороший вопрос. Я думаю, это вопрос к историкам, документалистам, которые будут исследовать, и экспертам будут исследовать, как это случилось. Но все равно в основе лежит отсутствие демократии, непонимание процессов демократии, долгая жизнь при тоталитаризме в Российской империи, потом в Советском Союзе, когда людей отучали думать, отучали выбирать информацию, понимать, где отличать ложь от правды, думать, что вот людям надо объяснить, что на самом деле политика
Помните, как рассказывали, политика — грязное дело. Но это неправда. Вопрос не в политике, которая грязное дело, вопрос в тех людях, которые делают политику. Бывает политика чистое дело, и бывает политика грязное дело. Эти люди всегда нас отодвигали и говорили: постойте там, это грязное дело, мы тут сами ею позанимаемся. То есть очень интересная логика. И огромное количество людей на это велось. Хотя это, вы же понимаете, что это подмена понятий. Ну вот, вот нужно... Нужно образовываться, нужно понимать, что если ты не принимаешь решений, значит, кто-то принимает их за тебя. Ты должен понимать, кого ты избираешь. Ты должен отслеживать не просто вот красивые слова человека, который избирается в парламент, например, или в президенты. Ты должен посмотреть, насколько его личная история соответствует тому, что он говорит. То есть каждый раз ты должен соотносить вот эти вещи. Нужно иметь принципы, их нужно придерживаться, нужно обращать внимание за то, за кого ты голосуешь, и обязательно голосовать, обязательно принимать участие в политической жизни. Если ты не принимаешь, значит, это происходит без тебя и вместо тебя. Анна, а где-то недавно я прочитал, что Светлану Тихановскую называют «железной леди Восточной Европы». Поэтому от всей нашей радиостанции передавайте, пожалуйста, Светлане Георгиевне Тихановской наш большой привет, поддержку. И хотел бы добавить, я перебью немножко, мы наберемся наглости, вы нас за это извините, но если возможность будет у Светланы Георгиевны, найдется время выступить в нашей передаче, мы были бы ей очень и очень благодарны. Поэтому передавайте ей поддержку нашу. Всего самого лучшего. Живи Беларусь. Мы на вашей стороне. И вам всего самого наилучшего. Берегите себя. Спасибо вам большое за это интервью.